Сделать так, чтобы полностью изменить жизнь. Вот часто люди такой вопрос задают. Андрей Андреевич, как тотально изменить свою жизнь? Берете телефон со своей карточкой, не выключая. Размахиваетесь. Только так, чтобы он был недорогой, наверное, иначе будет. Хотя дорогой тоже пойдет. Иногда люди с дорогими телефонами имеют нереально огромные долги. Хотите избавиться от долгов, хотите избавиться от проблем жизненных, сделайте, как я вас научу. Попаститесь 1-2 дня. Один день не ешьте ничего, на второй день скажите: все мои страдания от того, что они у меня происходят, посвящаю новой своей и удивительной прекрасной жизни, которая будет у меня в будущем. После чего подходите куда-нибудь к речке и выбрасываете свой телефон в речку, так, чтобы его не найти. Не выключаете и не пользуетесь, не восстанавливаете карточку, не запоминаете никакие номера, после чего ставите себе новую карту. Это изменит вашу судьбу на 100%. Это, конечно, такой тотальный такой перезагруз. Пробовал я это делать в своей жизни? Да, как работает? Великолепно. Это изменило вообще в корне понимание жизненных, наверное. Одна жизнь у нас, она цепляется к телефону и соединяет нас с людьми, которые нас знают. И вот я в свое время выбросил телефон, второй раз его потерял и не восстанавливал. И это полностью перезагрузило, вплоть до того, что осознание, что бизнесом занимался не так, осознание, чем нужно лечиться и так далее, и так далее. Великолепное средство.